Школьников Якутии с 16 по 18 января перевели на дистанционное обучение. Причина – аномальные холода. В воскресенье 15 января вышел соответствующий приказ Министерства образования республики. Он касается учащихся с 1 по 11 классы. Согласно прогнозу, в ближайшие дни в регионе местами ожидается понижение температуры до минус 65 градусов. С четверга синоптики предполагают постепенное потепление. Напомним, Мирнинским районным управлением образования установлены параметры погодных условий для отмены занятий в школе. При минус 45 градусах не учатся школьники с 1 по 5 классы. При минус 48 на дистанционку переходят с 1 по 8 классы. И уже при отметке минус 50 отменяются занятия в школе для всех.